На сегодняшний день незаконных строительств на прибрежной зоне не выявлено. За период подготовки к летнему сезону остановлены два несогласованных незаконных строительства на пляже Аркадия. Это Рабарня и KFC. Постоянно мониторится все пляжи, начиная от Ланжерона до 16 станции. Сообщается при каких-либо появлениях признаков незаконного будивництва ГАСКу и Приморской администрации, и районных администрациях.